Внимание, мотор, камера. Сегодня нашим семейством решили тоже внести вклад в бессмертный полк. И хотя мы не шли по Красной площади с портретами наших дорогих и любимых фронтовиков, тем не менее память о них жива в наших сердцах. Это мой отец и Ксюшин дед, и Вовин, Кирюшин, и остальных Симки, Тихона, прадед. Солдат-фронтовик, воевавший в морской пехоте, прошедший всю войну. Судьбой было уготовано, что он пошел в армию в 1939-м, а ушел в 1946-м. Тем не менее, остался, к счастью, жив. Правда, не так долго жил, в 64 года он умер. Мой отец Василий Митрофанович Назаров. И в нашей семье есть еще один фронтовик, Валентина Ильинична Шадрина в девичестве Королева. Почему подчеркиваю Королева? Потому что, наверное, кто-то остался жив из ее полка, из ее части, где она работала медсестрой, таскала на себе раненых, рисковала собой, прошла тоже всю войну и тоже, к счастью, осталась жива. Но сейчас их нет с нами, они на небесах, но они в наших сердцах. И в память о них мы споем несколько военных песен. Вот одна из них — это «В развалинах мерцает огонек», называется «После войны», на стихи «Юный морец». Чистые волосы,